Ливни. Так, я первый вопрос сразу. У нас все записывается и выставляется в интернет. Вы не против? Не против? Не против, чтобы никаких претензий не было. Мы говорим только о хорошем, и люди получают от этого пользу, как вы. Хорошо. Вы согласны? Да. Хорошо, я слушаю вас, пожалуйста. Я рад, что у вас образцовая деревня, что там все верующие, но это только одна деревня. Как вы видите распространение таких образцовых деревень? Это не просто и очень трудно. В первую очередь, должны быть все верующие, вот мы начинали с чего, православные. Очень желательно, чтобы был священник. У меня родной брат, он протоиерей. Значит, должны быть средства. Занимать где-то чужую деревню мы не стали. Мы вернулись к своей деревне, которая 20 лет назад была уничтожена и сгорела. Все уехали. Земли никто не дает. Постепенно добились. Краевой совет решает восстановить поселок Потеряевка. Но у нас уже были маленькие наработки. Люди должны отвечать 5 качествам. Мы так решили. Первое. Он должен доказать, хотя это очень трудно, что он не лжет. Не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Вот 5 условий. А если он обманывает? Ну, устав, он подпишется, наш устав в краевом отделе юстиции. И если он не такой, 2 собрания, и мы расстаемся. Так у нас и было. Был один только человек, который воспротивился очень сильно и пакости делал. Но у нас самое решительное средство – это крестный ход. Мы к нему за 23 года прибегли только один раз. У него создана была целая коалиция, везде поддерживали, человек шел на все тяжкое. Как только сделали крестный ход, его как будто бы бритвой срезало. Заранее предупреждены были, с хоругами, обошли вокруг его, там где огород, все закончили. Перед самым этим его поддерживал диакон. Но вечером, видимо, дрогнул. Пришел к батюшке, упал на колени. Мы хотели вместе с его домом захватить крестный ход. Они близко друг от друга были. Но получилось, что не потребовалось этого. Вот так. А вы, Игнатий, как работаете с людьми, ну, с православными христианами, которые как бы срываются, к примеру, ну, пить начинают? Ну, бывают же такие как бы ситуации, человек срывается, то есть, ну, как бы слабость. Нет, у нас этого нету. Вот нету? Один был, мы приняли, все у него хорошо было, принял крещение, но не знали, что у него вшита, как говорят, торпеда, ампула. Дальше он закуролесил, предупредили, не понял, 2 собрания, и он выехал. Дом уже построил, мастеровой такой, женился на нашей прихожанке, уже 2 ребятишек было, да у нее своих 2 было, и он выехал. Что значит сорвался? Верующий не может срываться. Написано, верующий в Сына Божия не грешит. Не грешит умышленно, нигде. Это мы так привыкли, какие-то льготы, нет этого. На ресталище бегут многие, один получает награду. И все. У нас устав. Когда начинали, устава не было. Теперь четкий устав, в котором все обговорено. 40 пунктов. Человек знакомится предварительно, смотрит. Потом подает заявление. В течение года, если он это будет принят, но членом еще не будет. Его приняли, как бы, в общем, но он не имеет права голоса, так сказать. У нас все обговорено. Ну, а чтобы, ну, сейчас вот, ну, просто нет, один случай был, но это не говорит, что опыт не приходит. Опыт приходит, потому что то, что мы делаем, этого никто никогда не делал. У нас есть такие правила, которых нигде, никогда ни в мировой практике не было. А какие правила? Такие, что к себе нельзя звать. Вот мы верующим. Люди обратились, которые, а мы к себе не зовем. Мы всех людей направляем в храмы Московской Патриархии. Всех. Я 53 года работаю миссионером. Можно сказать, не 2 человека обратились. Из них какие священники, сектантов. Я проповедник. И все до одного работают, они трудятся в Московской Патриархии. Это лучшие священники, как я знаю. Видите, как себе нельзя звать. Как это так? Да? А вы тогда изничтожите сами себя? Ну да. По-другому никак. А почему нельзя? Потому что совесть должна быть.
Человек должен прийти к Богу. А если вот он у нас ходил, я в университетах преподаю, он обратился, покаялся, я хочу к вам сходить. Мы разрешаем к нам прийти на богослужение один раз. Если понравилось, еще. Но заранее мы предупреждаем. Если ты пропускаешь, ты уже должен дать отчет, почему ты не был. Ты скажешь, а я ходил к баптистам. Все, вопрос. Ты скажешь, я ходил к мусульманам. Мы тебя не спрашиваем, ты не член общины. Но чтобы ты в воскресенье не спал, ты чувствовал обязанность. Но, как правило, туда никто не идет. Тот к нам уже, если зашел, он теперь делает все возможное, чтобы принять крещение и остаться в общине. Таким мы не препятствуем. Они подписывают специальное обращение такое, что я согласен, думаю об этом и хочу, и, ну, и все остальное. Все на основании Святой Библии. Ну, видите, у нас правила. А эти правила, они человека сжимают в эти рамки. Вот мы живем с братом, вот он, Владимир, подойди поближе со мной. Вот он снимает как раз, вот. Видите, как. У нас все с бородами, у нас никто бороду не имеет права трогать. Приезжают заранее, они подписывают. Все у нас ходят по русскому обычаю с пояском. Деревня восстанавливается на старинных, благочестивых, русских обычаях православной веры. Вот так в уставе написано. Благочестивых, старинных. Женщина должна быть всегда в платочке. Даже маленькая девочка на улицу не должна выйти без платка. Все. А были бунтовали. Вот одна была такая, она съехала. Ребятишек много было, она начала просто безумствовать. Ну, приняли собрание, она в милицию обращается. Милиция приехала, уголовный розыск. Ее уговаривать еще это. Она съехала, она бросила мужа, 7 ребятишек захватила и уехала. Перешла куда-то, в какую-то секту непонятную. Просто полностью сумасшествие началось. С этим нельзя воевать. Потому что мы молимся все время. У нас молитвенное правило очень строгое. Кто желает, 7 раз в день, чтобы была молитва. Это 3 святое и 100 поклонов. Главное у нас оружие, свободное время. Я думаю, вам знакомо это. Листовка. Вот так. Православным не надо это говорить. У нас помощники, Божья Матерь, ангел-хранитель, святые мужи веры и жены. А как у вас отношения со старообрядцами, то есть священниками, там, ну, с митрополитом, с епископами? Вот, есть же тут в Новосибирске Чуян, вы с ним не общаетесь? Ну вот у меня вышло из печати 38 книг, и каким-то образом они, видимо, через игумена Кирилла Сахарова, Берсеневка, около храма Христа Спасителя, попали митрополиту Корнилию Старообрядческому, Белокринецкой иерархии-то. И он написал, и нынче он решил приехать к нам сюда. Даже мои книги у него есть, он очень благодарил. Прислал свою книгу и попросил дать на нее рецензию. То есть у нас очень хорошие братские отношения. Я говорю про митрополита, которая внизу-то, ну, эти кто как. У нас родственники, вот мама, она так в старообрядчестве умерла, корни-то у нас из беспоповцев, а по отцу-то в Белокринецкой иерархии. И сестра там же в Потеряевке живет, они старообрядцы. Приехал сын старообрядцы, все Белокринецкой иерархии. Мы родные, близкие, это одна вера, только в разных местах главенства находится. Это настоящая церковь с трехчинной иерархией. Понятно. Ты просто видишь, тут такая ситуация. Вы общаетесь с теми, кого называют иконянами, вот, и с старообрядцами общаетесь. То есть, ну, это не всегда приветствуется, скажем, такое общение. Вот. То есть у вас, значит, как бы нормально, да? То есть. Они раньше ходили у нас на богослужение, им сейчас запретили, они сидят дома. Вот так. Так что мы к ним, пожалуйста, а они к нам, им не разрешают. Ну, а в обычной-то обстановке мы общаемся. Все можно вместе. А на собор вы не ездите, ну, в октябре в Москву? На собор. Что-то маленько. На собор, говорит, вы ездите? Никогда. А кто? Я мирянин, чтец всего лишь. Поэтому. Еще бы я там делал на соборе-то. Нет. У меня дел хватает. Вы знаете наше путешествие, где мы были? Ну, я-то там в 15 странах вроде бы говорили, что-то там. Мы в Барнауле живем. Вот я из Барнаула с вами разговариваю. Мы доехали до Владивостока, заезжая в каждые города и районные центры. И прошли мы, начиная с Турции, Греции, до Лиссабона, Португалия,
Скандинавию и Прибалтику. Я везде, в каждой библиотеке дарю 38 книг. Едем с дарами, с большими. Там я просто 53 года отдал этой работе. Господь дал мне это, и я отдаю ему. В дар. Мои книги находятся у патриарха. И людям не нравится, что я говорю, ну как, они рот мне запечатают. Почему не сказать об этом, если это благословение Господне, хвалящийся, хвались Господом. Я не скажу, вы обо мне знать не будете. Вот. Теперь будете знать, что у нас что есть. Понятно. Интересная личность очень, Игнатий. Мы принадлежим сейчас православной русской зарубежной церкви. Мы два прихода, которые остались. Те, которые признали акт канонического общения. К нам приезжают епископы Московской патриархии, священники, семинаристы. У нас служат, мы все вместе. Но под их полотно мы не идем. Мы отдельно. То есть они на нас не могут ни указы, ни действия, ничего сделать. Мы понимаем, если мы под них войдем, они сразу нас уничтожат. Ни деревни, ни лагеря, ничего не будет. Мы их очень хорошо знаем. Но вот сейчас епископ у нас новый, Сергий Иванников, Московская патриархия. Вот к нам приезжал, отношения установились просто нормальные, хорошие, близкие. Но все время что-то тормозит. То принимает уже решение, чтобы я мог в семинарии там вести занятия, то опять молчком отходят, нам это не подходит. Хотя бы отбой дали или как-то. Так не принято у нас. Вы сказали, как православие там о пробуждении. Вы такой, кажется, вопрос задали. Да. Отвечай, это от Бога зависит. Но признаков никаких этому нету. Все захватывают сектанты и кончится ничем. Святые говорили, если говорится, что церковь будет на земле до пришествия Христова, но нигде не сказано, что православие останется на Руси до конца. Феофан Затворник 1861 год говорил, еще одно-два поколения, и православие в России иссякнет окончательно. Если не будут исправлены нравы. А они не исправлены, а только ухудшились. А как вы относитесь к таким пророчествам, что будет царь в России? Не понял. Как вы относитесь к пророчествам, к таким, что будет царь в России? Царь в России. Никак не отношусь. Будет, да и будет. От меня что зависит? Я подчиненный. Я подчинялся коммунистам, подчиняюсь любой власти. Ездил за границу, я не старался нигде не нарушить законы этих масонских стран. А зачем мне это нужно? Я старался нигде не нарушать. И поэтому, вот я сижу в лагере, я сидел за Слово Божие. Нужно поднимать ногу выше, долбить брусчатку. Я делаю, как положено. Ко мне никто не прикасался. Другой начинает гордыбащить, его захлестывают. Вот я знаю хорошие люди, как Саша Огородников. Он половину срока провел в ШИЗО. Я ни одного дня. А зачем? Работать, значит, я даю норму, как положено. Не наруш... А что я буду нарушать-то? С чего ради? А какой я тогда свет? Я знаю, что молиться. Тут я сразу уперся. Ложиться не буду, пока не помолюсь, не совершу вечернее правило. И все, власть отступила. У вас устав, как в монастыре почти, долго очень, конечно. Нет, у нас краткие молитвы. Вот утром мы совершаем полную, одну славу на русском языке из псалтыри, и, как всегда, 100 поклонов. Своими словами молимся еще. Ну и утреннее правило у нас состоит из трех молитв. Христу, Богородице, Ангелу, Хранителю. А далее мы, у нас длинная молитва за счет того, что много поминаем всех, кого знаем, правителей поименно. Кто с нами знаком, из еретиков, болящих, трудящихся, помогающих, врагов, мы всех перечисляем перед Богом. За счет этого молитва удлиняется. Понятно. Но все-таки не каждый сможет выдержать такой устав, то есть это всякие люди. То есть кто-то привык, с детства, кто привык кому молиться, его родители приучили этому, ему проще. А кто не привык, им же сложно к такому уставу привыкнуть. Вот. Разные жители. Кто из жителей Потеряевки? Никто не следит, каждый как молится, никто и не спрашивает. Мы говорим, как мы.
Ты можешь брать пример, откуда я знаю, молится, не молится. У нас вот вчера было Рождество, ну и разошлись, и все, теперь до субботы вечером помолились. В воскресенье утром помолились, занятия. Кто на занятия остается, а кто-то и не остается. Остается-то мало. А остальные, кто были, еще из этих не все пойдут на благовестие по городу, по квартирам, по площадям. Раздаем Евангелие, свои визитки, приглашения на наш форум и сайт. Полная свобода до следующего праздника, до следующего воскресенья. Никто не знает, молится, не молится. Никто ни на кого никакое иго не накладывает. Но мы говорим, чтобы человек молился, была трехступенчатая молитва. Молитва просительная, благодарение и словословие. Понятно, интересно. А как у вас проходит изучение Библии? Метод изучения, то есть вы как изучаете Слово Божие? Ну, как я преподавал в разных университетах везде, у меня программа очень простая. Вот у меня вышел трехтомник, я его издал сам. Полное толкование с апокалипсисом. Блаженного Феофилакта и по святым отцам апокалипсис. И по ней проходим отдельные пункты противосектантские, как с ним разговаривать по разным темам, почему вот у нас так, а у них так. Не нападая, просто разъясняя. Вот. Ну, отдельно из Ветхого Завета книга «Песня песней» была. И сейчас у нас занятия идут и на дому в неделю два раза. Ну, один раз в воскресенье, получается, три раза в неделю. По блаженному Феофилакту, по трехтомнику, который Господь благословил меня издать. А Евангелие, как вы, доносите людям, то есть идете по домам или как у вас? Да, один раз у нас здесь при церкви, в трапезной, в воскресенье, после службы, собрания, сразу собрания. После собрания обедают, они приносят еду здесь, а потом занятия полтора часа. Ну и все. А два раза в неделю. У вас по сколько занятия-то идут? По полтора часа. По полтора часа два раза, в среду и пятницу, на дому. На дому. До этого вел занятия я в разных университетах, в школах, там, техникумах. А сейчас все везде перекрыли. Патриархия в основном старается. Он спрашивает, как проповедуем мы? Как проповедуем? Я думал, занятия идут. Нет, проповедуем как. Интересно было узнать. А протестанты, они как бы ходят по улицам, то есть по домам ходят там. Так мы и ходим. По домам, по этажам, везде ей. А в свободное время бывает, когда воскресенье-то, по соседним деревням, каждый дом заходим, дарим Евангелие. Иные говорят, что надо сначала человека узнать, рассказать, а Евангелие потом давать. Это человек не работник. Кто это знает, когда? Кому давать? Тогда давали устно. У нас более продуктивно сегодня. У нас есть Евангелие, мы достаем, покупаем и раздаем. Человек может когда-то и откроет. Сколько людей пришло, вот у меня кассеты раньше были, проповеди расходились. И через это люди сегодня появляются и говорят, а я через ваши кассеты обратился. Я в храмах говорил проповедь постоянно. Через проповеди, которые ушли на кассетах. А то надо, чтобы узнал, кому дать. Да я в тюрьме, 3700 человек. И контингент все время меняется. Я иду в каждую камеру. И кого я буду узнавать-то? Я спрашиваю, кому Евангелие находится один-один? Теперь дай мне обещание, что ты его не повредишь, не изорвешь, нету. Один руки назад, нет, я не могу. А другой говорит, я даю обещание. Я ему и даю, и все, до свидания. Я больше-то какой? По рации выступил, в динамике где-то сломанные, где-то как. Заходим в дом, 2 минуты с переходом от дома к дому, село большое. Заходим, мы такие-то из Потеряевки, мы православные христиане. Сегодня 3 часа у нас собрание в местном клубе, в Доме культуры. У вас есть Евангелие? Есть? Желаете получить? Вот. Ну и дальше даем данные, что какие у нас книги в библиотеке вашей с сегодняшнего дня, наши книги. Можете брать, считать. Все, мы должны перейти, и через 2 минуты, не больше, меньше, в следующий дом. И так обходим. Мы раздали 30 тысяч Евангелий. Вот и все. 30 тысяч. Я всегда говорю, если мы сеем, то надвое. 50% зайдет или не взойдет в огороде. А если не сеял, там еще кроме бурьяна не будет. А вы как бы ходите по двое или у вас как бы больше ходит людей? То есть, по двое? Да, по двое. Мы 2 человека. Но иногда мы так разделяемся, что мало людей друг друга видим. Один на одной стороне идет, другой на другой. А бывают ребятишки с нами, с собой ребенка. У нас с собой жезлы, палки. Написано «Евангельский посох» от собак отбивать.
если где. Ну, идем друг друга, что видим, где вот так. А другие, с другой улицы, иногда бывало у нас 46 человек, на 9 машинах выезжали в село большое. И все село мы его просто вдоль и поперек проходим, баражируем, и все. В 3 часа уже в Доме культуры, или где-то в школе, или на стадионе, где удобно будет. Договариваемся с администрацией. Видите, православным какую-то льготу дают. Вот бывает, нас там КГБ задерживало, уголовный розыск, а узнают православные, фотографируются. Я думаю, ой-ой-ой. Да до власти-то никакой разницы не должно быть. Что же так-то? А мы думали, вы баптисты там. Вроде баптисты, мне можно накрутить хвоста. Это не годится. Это не теократическое государство, мирское. Конституция для всех одинаковая. Мы для царя-батюшки, для президента все одинаковые. Они хорошие люди, но они не православные. Какое же право мы имеем их ущемлять в чем-то? Или... Мне вот стало известно, Тульская епархия, они напали на Журавлева Сергея. Он был православный, а теперь образовал какую-то там секту, но православие. Ну там бред, там беснование одно. Ну, у него большой сайт там, видимо, есть. И они где-то там познакомились на сервере и перекрыли ему, говорится, кислород-то. Я как узнал, знакомый священник, я завопил просто, и беги в епархию, сделай, чтобы они разблокировали. Вас Бог будет в пух и прах разносить. Он пошел, священников нашел, и все. Да разве это можно делать-то? А священник этим играет. Допустим, если ВКонтакте вот против меня священник создал, 5 человек нажали жалобу, они меня не знают, не читали. Меня заблокировали на неделю, 1000 человек от меня отбросили. Безумие, лютые волки. Я говорю, разблокируйте его. Они пока разблокируют его, там ходили, не ходили, не знаю, он еще 5 сайтов открыл. Открыл там в Австралии, открыл в Новой Зеландии. Где ты его возьмешь-то? Да кто вас там будет слушать-то? Тебе башку оторвут. Ты работай. Как Константин Великий говорил, за стол садитесь, а не преследуйте друг друга. Император, язычник это знал, а епископы не знали. Первым делом арианам башку свернуть надо. Такие они остались, это друг друга предавали сергианцы. Кто не с ними, враг народа. И пошли все, кто в ГУЛАГе были, враги народа. Ведь это нам не секрет. Ну, в Библии сказано, блаженно изгнанные правду ради, ибо их есть Царство Небесное. А как вы работаете с мусульманами? Вам приходилось Евангелие проповедовать мусульманам? А вы зайдите на сайт, зарядите «Мусульмане» Игнатий Лапкин, и там найдете ролик «Я в доме муллы проповедую». И там ночевали. Как я в мечети у них был. У меня совершенно иной подход, чем у Данила Сысоева. Я никогда не касаюсь Корана, не касаюсь Магомета. Мое дело проповедовать Евангелие. Но на пути, когда проповедуем, он понимает, у него это не так и то не так. Мне зачем нужны книги и чужие герои? Моя задача – проповедуйте Христа распятого, Павел говорит. Христа распятого и воскресшего. Вот у меня один том, это 752 страницы каждый том. Один том посвящаю мусульманам, полностью разбираю Коран по сурам и аятам в сравнении с Библией. Это тоже никто не делал никогда. Я даже по буквам высчитываю, сколько его насчитывать надо. Кажется, в 1,15 он меньше нашего Нового Завета. Ну, а вас мусульмане как бы не беспокоят, то есть как бы нападок не было, да? То есть... Нет. У нас в Барнауле очень хорошая межконфессиональная обстановка, температура. Нас собирали раньше, сейчас убрали от мэра города. Каждый год собирал он религиозных деятелей, собирались вместе, там, ну, принимали решения по борьбе с наркоманией. Я еще скажу, я не хочу бороться с наркоманией, там, или, ну, за нравственное воспитание. Они своими словами говорят. Хорошие отношения и с администрацией, и со всеми. Я знаю, где-то там запрещенные какие-то люди, секты, эти мусульмане, у нас этого нету. На меня от них жалоба была от мусульман. Ну, разобрали, ничего и нету. Что, дескать, вот он экстремист, он натравливает против мусульман. Разобрали, позвонили, нигде ничего нету. Чего они ради, не знаю. Понятно. А как у вас отношения выстраиваете с протестантами, с пятидесятниками, с баптистами, ну, с харизматами разными? Да мы их не выстраиваем. Зачем это нужно? Мы встречаемся, беседуем и говорим. Главный вопрос. Что они не церковь, потому что нет у них епископата. Это самый главный вопрос. А остальном, ну, если беседа, вот сейчас беседа, вы на нашем канале бываете? Нет, я
Я о вас как узнал, расскажу. Вас обвинил кто-то сектантом, и я обратил внимание, с бородой сектант. Вот. Я благодаря этому на вас вышел, то есть случайно вышел на вас. Но я вам скинул, теперь вы видите, какой у нас сайт и все. Да, да, да. Вы на канал заходите, там 2500 наших роликов. Там многое найдете. И там зарядите в поисковик, то вы все найдете. Кроме того, у нас сайт. У нас большой форум, 1700 тем, кажется. Ну, 1500 это точно. Большие-большие темы. И там вы все найдете. И все это во свете Библии называется. Просто зарядите по-русски в Яндекс или там, на Ютубе зарядите. Игнатий Лапкин «Открытым оком». И все, канал, канал. Я прослушал несколько ваших видео, записи, очень хорошо вы отвечаете, как бы грамотно очень говорите. Вот. Слово Божие знаете очень хорошо. Рад за вас, что вы Евангелие проповедуете. К вам пришел хозяин или гость, или товарищ, брат? Отец. Ну вот. Да. Вот, отец. Мы православные, поэтому. Старобедец, папа. Вот. Очень рад, что вы несете Слово Божие вообще. Я просто в восторге. Редко встретишь. Это Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин из церкви Старобедецкой. Вот. А где он живет? В Барнауле живет. А? В Барнауле живет. Алтайский край. Алтайский край. Я сам родом с Новосибирска, родился в Новосибирске. Соседи наши. У меня родственники там живут, в Томске, в Новосибирске. В Новосибирске у меня дядя служит священником. Отец Михаил. Отец Михаил. Вот. В Новосибирске. У старобрядцев или у православных? У старобрядцев. Ну, мы знаем. И в Томске отец Геннадий, священник, да. Дядя тоже. Долгого Андрея он знает. Долгого Андрея знаете? Какого? Долгого Андрея знаете? Козлова? Долгого Андрея. Это мой близкий самый друг был. Он умер. Это мы были самые близкие. Еще Александр Иванович Устинов. Мы же там были, старообрядчество венчались. Там все. Андрей, скажи. Я их очень хорошо знаю. Он постоянно ко мне приезжал, и я к нему. Uh-huh. Это был настоящий верующий. Настоящий. Uh-huh. Понятно. Скажи, его старшим словом, его сын. Владимир. Интересно было с вами пообщаться, Игнатий. Вот, желаю вам успеха в вашей работе, в проповеди Евангелия, в молитвах. Вот. Единственное, у меня просьба, устав у вас слишком суровый. Вот. Вы такой, разные люди, у людей разный уровень духовный. Так, пожалуйста, вы скажите, а в чем вам показался наш устав суровый? Что я понял, что у вас... 7 раз молиться в день. Это мы лично двое, никого никто не заставляет. Это мы говорим. Такого в уставе нету. Вы неправильно поняли. Это мы для себя. Это из псалмов. 118 псалом, 164 стих. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твои. Давид говорит. И мы оттуда взяли это. Нет этого. Утром, вечером, это ясно, что верующий должен молиться за стол и за стола. Этого нету нигде, ни в уставе, нигде. И может быть никто так и не молится больше. Мы просто взяли на себя, нам радостно это. Понятно. Так, еще что вы нашли сурового у нас? Как бы сказать, вы, я так понял, соблюдаете правила Василия Великого. То есть, в плане внутри церковный устав у вас такой, в этом отношении, как бы. Но это ваше личное дело, я, как бы, ничего против, как бы, не имею, просто люди разные. Всякие люди. Есть люди более
как духовные есть, менее духовные, то есть всякие люди. Я знаю, старообрядцам что не нравится, что у нас выпивка исключается, а у них это допускается. Но опять же, мы не запрещаем, мы говорим, страна пьяная, да мы еще добавлять будем, куда это годится. У нас, вот мы живем, мы в рот не берем ни алкоголя, ни брашки, ни нигде, ни пива, ничего в рот не берем. Ну, это на наш выбор. Но сказать, а вы что, против вина? Не могу я быть против, иначе это был я еретик. Mm-hmm. Потому что вино, говорит, пей впредь немного вина ради немощи стомаха твоего желудка. Тимофею mm-hmm. Павел пишет. Вот и все. А со старообрядцами у нас никакого расхождения ни в чем нету. Нет. Mm-hmm. Понятно. А как вы относитесь к службе в армии? Больным как относитесь к службе в армии? К службе в армии? Ну, у нас все служат. Были такие, которые, как говорят, откосить хотели. Мы добились, чтобы они отслужили. Но только альтернативной основе. У нас люди не идут воевать, оружие не берут, присягу не принимают. Служат с бородами, возвращаются, к ним претензий нет. Сегодня это официально разрешено. У нас специально бланк составленный, печать, и в военкомат относят. Но должно быть не меньше, кажется, полгода до призыва, чтобы было. И все. Вопросов нету. Мы категорически против войны. Никуда никто не пойдет. Абсолютно против. У нас есть материал у меня. Если на сайте зайдете, к истинному православию, там за оглавление написано «Любите врагов ваших». Понятно. Ну, это, я так понимаю, ваше личное мнение, вы никого не будете, скажем, убеждать. Это мнение, то есть... Нет, это абсолютно точно не наше мнение. Это на основании Святой Библии, на основании канонов церковных, на основании творения святых отцов и житей святых. Четыре параметра, по которым мы показываем. Воевать верующий, убивать никого не может. Все. Это вы просто не считали, не знаете. От православных скрыто очень многое сегодня, что были святые, которые не шли, и ангел явился, сказал, правильно делайте, что не идете, земное отечество ниже небесного. И их казнили за это, они пошли в армию Диоклетиана. А тут... Игнатий, все-таки в Библии войны много раз спасали апостола Павла от смерти. Вот, войны именно. Ну, вы как бы... Библию уже знаете, так ведь, как вы читали, то есть там войны, то есть иудеи как бы хотели убить апостола Павла, но войны, его спасли от смерти несколько раз, иначе его бы просто бы растерзали бы. То есть армия, она нужна все равно. Армия нужна, пускай на добровольной основе, как в других странах. Люди приходят, контракт заключают и всю жизнь служат в армии. Мы не против армии, мы говорим, это не христианское дело. Его защищали, но он-то не защищался. Пожалуйста, меня милиция защищала не один раз. Угу. Так что мы ничего не отрицаем, но говорим, что это, ну, не наше. Иногда приходит, вот, а вот я хочу, там того, начинает говорить то, что... Не... Это ваше дело, хоть 100 раз женись на одну ночь, это твое дело. Но к церкви это никакого отношения не имеет. Церковь называется это блудом. Блудники Царствие Божие не наследуют. Все. Угу. Солдаты, простые солдаты, они ведь исполняют приказ, они, если они убивают кого-то, ну, например, в Чечне, там же была война, там убивали преступников, террористов, то есть приказ исполняют. Про это приказ. Мы не разговариваем, понимаете, что это не из нашей области. Я вам сказал, у нас есть материалы, мне сделали замечание, вы новые приходите, опять те же вопросы, я повторяю, люди слушают, говорят, а вы повторяете одно и то же, как не повторять-то? У меня люди разные идут, поэтому я с сегодняшнего дня ничего не хочу больше говорить. У меня это все отвечено. Вы найдете на сайте. И найдите «война», и там слово «все» выставлено. Желаете в роликах, вы найдете. У меня все это многократно рассказано. Никакой войны верующие не могут вести, кроме брани против нечистой силы, против духов злобы поднебесной. Наша брань не против плоти и крови. Ну, я вас понял, Игнатий, я вас не хочу как бы переубеждать, и нет цели, просто интересно было узнать вашу точку зрения. Ну, я вам ответил, и переубеждать, а в чем переубеждать-то? Что я христианин? Если человек говорит, а я иду воевать, это твое дело, но к христианству-то никакого отношения не имеет. Я могу им это сказать и показать, вот и все. По славу Божию, тогда у вас вопросы кончились, да?
Да, у меня вопросы кончились. Вы в каком, в каком городе-то живете? В Ижевске я сейчас живу. Ага. Вам сколько лет? 38. А мне 75. Древние церковные определения и правила церковные уже признаете теперь? Отец спрашивает, признаете ли вы церковные правила и предания древние? Без преданий православных и нету. Предание это и толкование. Вот крестное знамение, как доказать, что мы крестимся? А Василий говорит, получили по преданию. Как я могу узнать? Что носим нательный крест, как по преданию. Посты соблюдаем откуда? Из предания. Это все из предания. Православное без предания не может быть, потому что предание, оно разъясняет, как правильно веровать. А без предания, ну, то это в любую секту вались, тогда разницы тебе нет тогда. Крестное знамение, скажи. Устав богослужебный, знаете, скажи. Крестное знамение, устав богослужебный. Ну, Игнатий, спаси Христос за общение. Спасибо. Дай Бог вам всего доброго. Всего хорошего. С Богом. С Богом. Во славу Божию. Смотрите, еще один человек вышел. Так-то дай-ка я посмотрю. Алексей Задворнов. Ижевск, Удмуртия, Россия. Ну так и все. Во славу Божию.